Когда закончилась война, у меня 26 августа 1945 года было 20 лет. Я прошел Польшу и всю Германию нашу. Армия, 47-я армия прошла, участвовала во взятии Берлина. Мы Шпандау взяли дальше, и потом нас почему-то, мы уже в центре Берлина не участвовали, а нас бросили туда, к Эльбе. 7 на 8 мая мы были от Эльбы где-то метров 500, не больше. Но немцы, мы сразу не понимали, в чем дело, поставили зенитные установки вот так, горизонтально, штабеля этих снарядиков зенитных, и просто безостановочно стреляли. Всю ночь мы не могли поднять голову. Наконец все затихло. В 4 утра. И когда мы выбежали из леса, мы видим вплав, немцы плывут, а американцы стоят и машут. Оказывается, был мост, через который они всю ночь переправляли. На мосту уже нагромождение машин. Все, ну, как пауки, лезли на ту сторону. Один американец, второй, третий переплыли к нам, тут братане, значит, звездочки туда, эти сюда. Вот. Вы знаете, это было 8 мая, да, 8. Я вам скажу, что чисто подсознательно, то, что мы остались живы, и затихло вдруг, наступила тишина. У меня лежит сценарий, который давно написал, называется «Оглушенный тишиной». Оглушенный, потому что мы настолько привыкли, бесконечная стрельба, и бомбежки, и все, что хотите. А тут наступила тишина. И трава. Уже трава вот такая. Вот. И мы сбросили свои военные сапоги с портянками. И где-то уже лошади валятся по этой траве. И где-то гармошка запиликала вдали. И я с Сережей Ивановым, с которым я с училища, мой друг большой был, вот, легли в траву и уснули. И когда я первый проснулся, я увидел грязные, потные ноги. На большом пальце сидел мотылек, бабочка. Я понял, что война закончилась.